полицию трех районов областного центра обратились торговые представители магазинов электроники и детских товаров. По словам заявителей, с витрин пропадали игрушки и товары бытовой техники. Какие игрушки выбирали в основном? Мягкие или какие? Лего. Сотрудниками оперативно-сыскного отдела городского управления были задержаны трое подозреваемых. Мужчины утверждают, что они не друзья, и объединило их лишь одно – тяга к дорогостоящим игрушкам и технике. Даже защитные магнитные устройства и охрана не смогли помешать им вынести из магазинов товар на общую сумму более 350 тысяч рублей. Ну, иногда срабатывает, но так как у продавцов уже, наверное, голова болит от этого шума, они не особо реагировали. Товары мужчины выбирали подороже и ориентировались на спрос. Судьба краденных вещей была решена заранее. А где продавали? Не продавали, закладывали в ломбард. Все успели? Все. На чем мы погорели? Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Саратову были установлены и задержаны подозреваемые в совершении краж. Мужчинам избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Евгения Лукьянова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.